Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қылға бір сұрлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені... Здорово, ребята. Сегодня будем играть в Legend of Grimrock 2. Что за игра? Это... Как этот жанр вообще называется? Блин, Dungeon Crawler, возможно? Гачи-симулятор, возможно, возможно. Толю, конечно, заумнит сейчас. А что, это прям сложная игра? Да мне кажется, я справлюсь. И мне кажется, я справлюсь, ребят. Это же Dungeon Crawler. Там все легко. Прокачиваешь атаку, как бы кайфуешь. Да, кстати, про курьера это вообще пиздец. Короче, заказываю хавку. Заказываю хавку, мне написано, типа, чел, хавка придет в... 16:15. Я такой, ну ок. Смотрю, на часах уже 17:00. То есть они опаздывают, ну, на 45 минут. Я звоню курьеру, говорю, типа, мэн, привет, где моя еда? Он мне говорит, типа, чел, я уволился. Типа, я уволился, говорит. Я такой, типа, блядь, чё? Я говорю, ну, я понимаю, но я уже заплатил за нее. Он говорит, ну, жди, придет новый курьер. В итоге, короче, приходит новый курьер. И после того, как я уже ее съедаю, мне приходит смс-ка, типа, ваш заказ готов, к вам едет курьер. Я такой, ок. Я звоню этому курьеру, ну, чтобы предупредить, что я уже получил свой заказ, типа, я его скушал, все хорошо. Я ему звоню и говорю, типа, ну, мне не надо. Он такой, я знаю. Это и не вам. Я такой, смс-ка-то зачем приходила? Он такой... Не вам это. И сбрасывает труп. Обычно и зрителям интересно. Ну, кроме токсиков, конечно. Но токсиков мы баним, ебать. На, токсик. Ай, блядь, больно по руке себя ударил, блядь. Видимо, у токсика была защита какая-то. Но сейчас у нас все расписано, блядь, посекундно просто. Сегодня у нас среда, Legend of Grimrock. Завтра четверг, не знаю, что стримить. Пятница, не знаю, что стримить. Суббота, марафон арки Наруто. Игра уже заебал. Ну сейчас, подожди, можно чуть-чуть еще подождать? Я вот говорил в телеграме у себя, что я подарю 20 сабок, если вдруг я на экран верну чат. А скоро сабки будут дешевле в 3-4 раза. Так что 20 сабок это вообще изи, блядь. Это как 5 сабок текущих будет. Так что можно спокойно чат возвращать на экран. Даже 100 баксов тратить не придется. Кик. Давай почилим в подземельях друг у друга. Обязательно, обязательно, ребята. Обязательно. Показывать стрелки позволяет атаковать нажатием левой кнопкой мыши. Это облегчит игру при использовании тачпада или однокнопочной мыши. Блять, что? У кого-то до сих пор есть однокнопочные мыши? Что это вообще однокнопочная мышь? Бля, надо загуглить. Ебать, знаете, что я увидел, чуваки? Мышку от Logitech под названием Миша за 3600 гривен. Она вот так вот выглядит. Миша, нахуй, посмотри. Посмотри. Миша. Просто Михаил сразу чувствуется, как бы. Вот это Михаил. Базара.нет. Это украинская мова. А, типа, мыша. А так разве пишется? Мыша. Я пишу просто мыша, и мне... ну, Миша, типа, и мне сразу показывают одна этих самых друзей моих ВКонтакте, которых Миша зовут. А, вот, однокнопочная мышка. От Apple однокнопочная мышка есть. В натуре, блядь, зачем тебе две кнопки на мышке, если есть одна, правильно? Подожди, мышка на украинском будет мыша? Да нет, мне кажется, нет. Блин, я вообще не знаю, как на украинском будет мышка, кстати. Мишка. Мышка, серьезно? Ладно. Это единственное слово, которое я не знал. Вторую кнопку отдельно покупать, это же Apple. Понял. Как будет чайник на украинское? Ну, наверное, так и будет чайник. Я сомневаюсь, что он как-то по-другому меняется. Чайник. Ну, так и будет чайник. Ну, типа чайник. Как будет туча? Хмара. Да знаю я, блядь, потому что мышь, это было неожиданно. Хорош, я сдавал экзамены, блядь, за НО на украинском языке. О чем вы говорите, блядь? У меня... Я поступил в университет. И там учился на державной мове. Когда гайд на смайлике, я вот думаю, продавать подписку или нет. А зачем ее продавать, если я не могу использовать норм своей привилегии? Бля, чел, что ты несешь? Что ты несешь? Ну, не продлевай, не продлевай. Что ты это самое? Тебе ее подарили или ты ее сам купил? Мне вот просто интересно. Я могу как-то это проверить?
Просто обычно челы, которые вот так вот выебываются, как ты, типа, я вот думаю, буду ли я продлевать подписку или нет? Вот это те чуваки, которым подарили случайно подписку. Или подарил Костян. А, ну вот. Это так же самое, как чел ударят подписки, он пишет: о, ансабы, блять, пришли на стрим, пфу, блядь. Начинаю же заебал. Да минутку еще. Общаюсь с людьми, своими любимыми зрителями. Вообще, я сейчас буду сидеть и 2 часа с вами общаться. И что ты мне скажешь? Ничего, блядь. Ты просто буквы, нахуй. Так, ладно, ребята. Пора отправляться в данжен. Отключение автоматической прорисовки карты. Вооружись пачкой листов бумаги, блядь, ты чё, ебанутый? И карандашами, будь готов заплутать в лабиринтах, учти... не-не, это точно нет. Сейчас вы на листе бумаги чертить, в какую сторону я могу идти, в какую нет? Да не-не, чат, даже не просите, я с ума сойду, блядь. А почему я? Да, сука, волосы, вы заебали меня! Так, первый типочек. Ну давайте первым буду я. Толик, да, то есть Толик. Ну или как, Анатолий? Не, давайте джинс просто. Джинс будет первым. Давайте мускулатура и агрессия, нахуй. Просто минотавр. Максимум силы, максимум живучести. Мускулатура, агрессия, тяжелое оружие, атлетика, нахуй. Вот это оно. Вот это оно. Вот это, блядь, мужчина. Реально прикольно. Вот ярость и агрессия. Вот просто психом будет анимешным, блядь. О, тут можно было аватарку выбрать. Лоу, а чё я не выбрал? Можно создать портрет. Блядь, подождите. А я могу... Может, в свою фотку сюда вкинуть? Для пущего этого самого. Такое, знаете... У меня есть просто фотка, подходящая под Минотавра, так сказать. Я хотел с инсту фотку вот эту вот ставить, где у меня такое ебало квадратное, блядь, коробка, знаете, такая. Посмотрите, ну это реально Минотавр, нахуй. Посмотрите. Ну это нужно, это нужно. Это реально Минотавр, пиздец. Минотавр. Ебать. Ух. Ух, нахуй. Оно! Оно, чат! Оно! Оно! А, типа нужен фэнтези-фон? Базара нет. Базара нет. Раз у нас все серьезно, окей, чат. Вот. Хуйня какая-то. Все, забудьте о рогах. Просто у меня здесь, видите, часть леса как бы обрезанная. Бей кабани рога, да это хуйня. Да ладно, без рог нормально будет. Все, неважно. А ну-ка. Проверяем. Я охуею, если сработает. Сюда. Еба. Не гони. Не гони. Не, ну это все, блядь. Это реально Минотавр, нахуй. Это реально Минотавр. Все одинаковые сделаны. Не, шучу, я так не буду делать. Даешь чату черты, да, давайте. Чат, ну агрессия надо по-любому. Агрессия чату нужна 100%. Толь, ты попал в американскую нарезку по Твичу. О, правда? Можно посмотреть. Twitch Crazy Complectation. Блять, там 1 000 000 просмотров, нихуя себе. Смотрите, я тут в самом начале. А тут 1 000 000 просмотров. Ой, кто это? О. Просто, я сейчас буду кричать, пугаться, не хочу на это смотреть. Так, верни, ну ладно, ладно, давайте посмотрим, давайте. Давайте, уже не оставите меня в покое. Ой, кто это? О! Живой звук пошел. Не, ну сейчас бы я так не пугался, это до продажных воскресений, до вот этого всего, как бы так сказать. На, давайте, давайте вам изи поставлю, типа вы крутые, типа, окей. И когда чат будет делать какие-то грязные вещи, все будут писать, типа, изи для чата, окей? А Костяну сделаем бейзет в натуре. Сюда, нахуй. Так, чат есть. Чат есть. Чата супер похуй. Человек, ну да, тут. Бам! Легендарная команда. Минотавр, джинс, крысолют Костян, мастерский лучник, повелитель стрел, рыцарь, чат, гордый, воинственный рыцарь, который будет защищать всю команду, инсектоид, чародей, бип, который будет отвечать за магические всякие приколы. Остров Мако из H2O, похоже на него. Сейчас русалок встретим. H2O для девочек, ты чё? Блять, я обожал H2O, нахуй. Это мальчики, которые говорили, что H2O для девочек, смотрели H2O в 2 раза больше, блять, чем остальные ребята. А чё, во втором Legend of Grimrock игра не в подземелье, как в первом? Смотрите, здесь открытый мир, ты идешь куда хочешь, он не коридорный.
Так, у, я нашел штаны какие-то. Рваные брюки. Так, давайте рваные брюки чату. Все, ребят, чат в рваных брюках. Отлично. Ой, блядь. Хорош чат, Крит. Хорош. Блядь, я вообще не понял. Мы с чатом вдвоем растащили. А какая польза от Костяна и от Бипа, я так и не понял пока что. Штаны пропустил? Где? В натуре! Ебать! А нет, это рубашка. Так, чё, ну у чата уже есть штаны, блядь. Рубашку я себе беру, ребята. Охуел, в смысле? У вас есть штаны, блядь? У вас есть штаны? Чё охуел-то? Хорошо, давайте тогда мне штаны. Не-не, всё, ребят, всё честно. У чата есть штаны, всё нормально. Сколько? Защита плюс 2. А рубаха плюс 1. Не, ну балахон я себе беру, нахуй. Все, чат, я вам дал рубашку. Держите. Так, себе балахончик. Нормально. Все, это мы нашли, это наше. Ну, блядь. Я вам дал рубашку. Все нормально. Верни на балахон. Да почему? Это мой балахон. Блядь, у вас штаны есть. Сука, у вас и штаны, и рубашка. Что ты хочешь? И у меня только балахон. Это все честно. Хорошо, тогда я забираю себе штаны и рубашку. Ок. Мы нашли. Бля, хорошо, я нашел штаны, окей, я нашел штаны и рубашку. Держите балахон, у меня будут штаны и рубашка, окей. Это место отмечено крестом. Так, ну подожди. Какая-то максимально тупая подсказка, ну и что? Это место отмечено крестом. И что? Надевай штаны тогда, подсказка. Блин, вы не понимаете, что у нас командная работа? Алло, мы команда. Выложить X или плюс на земле. А ты умник, походу. Давай выложим X. Ебать, а как ты до этого додумался? А в натуре? Блять, а как вы до этого додумались? А вообще, чего вы подсказываете? Подсказки запрещены, блин. Хотя, с другой стороны, мы сейчас с вами в команде. Вы же со мной, блять, в одном отряде, поэтому это выгодно. О! Ебать, что за хуйня напала? Фух. Страшно. Страшно. Чего, Реш, да я испугался. Легко. Блин, почему чат? Пиздец, у чата... Какая-то охуительная рапира, нож. Мы с пацанами деремся костью, блядь. Что за бред? Бля, в данжене стрёмно что-то. Какие-то зомби, походу. Так, я вижу этих мумий. Так, давайте по одному. А! Ебать, у чата урон, нахуй. 27. Ботиночки кожаные. Плюс 4 защиты. Так, ребят, ну донат 100 рублей. И даю чату. Пока сам поношу. Сори, pay to win, ребят, сори. Один чат или бун. Да все. Так, ну в лесу как-то, блядь, опасно. Ух ты! Кого я разбудил, блядь? Какое-то дерево разбудил. Наиболее концентрация силы огня сочетается на северо-западе. Какую-то суету навели, нахуй. На огонь. Блядь, я всем урон нанес, что ли? Бля, больше не буду так делать. Походу, в храме не стоит колдовать лишний раз. Снич Минотавр бесполезный какой-то. Ну зачем вы такое пишете? Зачем оскорблять персонажей, как бы? Хочу начать стримить, но не хочу быть забанен на Твиче за употребление запрещенных слов. Можешь их перечислить, чтобы я не попал в просак? Нет, конечно, не буду перечисливать. В интернете, на гугле. Ебать, это что за хуй? Ой-ой-ой. Он куда-то улетел, вы видели? Ой, меня зажало, ребятки. Дело плохо, блядь. Бля, крыса жесточайшая вообще. Да ладно, ну что ты делаешь, ну? Просто ноль урона, за все чату отдуваться, реально. Тут недалеко. Блядь, что за промахи вечные? Ну хватит. Блядь. Ой-ой-ой, ребята. Пиздец, что за урон? У этой твари на крысе, блядь. Да ну хорош. Давай. Ну не промахивайся, пожалуйста. В пизду, блядь. Просто какой-то сумасшедший урон у крысы конченой. Так, ну вот, тут всего одна крыса. Стой, блядь. Что за промахи каждую, блядь, секунду? Просто, может, ты перестанешь промахиваться? Самая имбовая залупа — это 4 мага, блядь, которые не промахиваются никак. Найс урон, блядь. Что? What the fuck, сеньор?
Надо было Минотавру вкачивать силу воли. Да все сейчас будет нормально. Ну, пару крыс не смогли убить, и все. Вы сразу же думаете, что это не победная пати. Но вы ошибаетесь. Здесь сейчас, наверное, будут дополнительные крысы ебучие. Я вообще не понимаю, почему я до сих пор лук не нашел, блядь. Ну, можно было бы, блядь, за 3 часа игры найти мне лук. Удача 0. Да, вряд ли это от удачи зависит. Сомневаюсь, что это так работает. Так, опа. Чё-то ебало. Блять, игра... Хотел сказать, крашнула. Но она на Дальте в 4 не крашит. Ну все, бля, я пригорел. Заебало. Надо будет более подготовленную пати собрать, блять. Какую-то хуйню собрал. Недостаточно сильная пати. Нужно 4 мага. Только так в эту игру можно играть, я считаю. Иначе оно не работает, блять. Но прикольная игра, мне понравилась. 3 часика мы прям пиздато почилили. We'll be right back.